Пусть он отвечает все, что угодно. А как можно Минаева принимать серьезно? Что такое Минаев? Сергей Минаев – это человек, работающий в жанре Сергей Минаев. Да? Ни по литературным, ни по политическим критериям, ни по критериям обычной человеческой приличности он не выдерживает абсолютно никакой критики. Сергей Минаев может говорить все, что угодно. Сергей Минаев останется шлаком истории. Да? Назовем вещи своими именами. Почему люди вроде меня, которые имеют дело все-таки с культурой, должны принимать во внимание факт существования Сергея Минаева, мне совершенно непонятно. Да? Как говорил однажды Михаил Щербаков, я еще не все у Солженицына прочитал, а вы мне показываете вот это. Вы Киселева в этот же ряд можете поставить? Нет, Киселев хуже. Хуже? У Киселева гораздо больше грехов. Просто потому, что аудитории больше. Ну, конечно, да. И потом Минаев все-таки он такой, пытается он сохранить какую-то свойскость у модной молодежи. Киселев давно махнул на себя рукой и наслаждается пребыванием в аду. Ну, просто он находится в аду. Ему нравится, он приплясывает на костре. Кому это, так, как бы, условно говоря, плавает в кипящем масле. Находит в этом такое мазохистское наслаждение. Для Минаева, ну, Минаев просто пузырь земли по классификации Блока. А что-то, ну, хотя это восходит к Макбету, да, но это пузыри земли, они не стоят слов, взгляни и мимо. А Киселев – это человек, которому место в Гааге. Я уверен, что рано или поздно, если ему не повезет как-то раньше покинуть этот мир, он окажется там.